вот мы уже, похоже, во владениях великого почти, но очень близко к нему подобрались. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать Forgive Me с Фазом. Напомню, что мы в предыдущей серии грохнули Махуни, применили ключ, который дал нам доктор, который прятался от катарсиса в холодильнике. Вот эту тварь нужно как-то от нее избавляться до того, как она падает на пол. Так, я куда-то не туда. Ага, тут надо быть аккуратным, потому что вылететь за пределы очень легко. Я не знаю, откуда, блин, ключ у... А, вот оно что, да? Они появляются из портала. Я без понятия, откуда ключ. Ктулху у какого-то врача, которого так легко убили потом. Но, тем не менее, сейчас он у нас. У нас произошли некоторые изменения. Мы в предыдущих сериях играли за священника. Секундочку. Сейчас вы, как можете заметить, мы с вами играем за второго персонажа, который здесь доступен. Это журналистка. Фишка в чем? Фишка в том, что мне жутко не понравилась наша раскачка за того персонажа. И я решил попробовать перекачаться, но при этом сыграть за второго персонажа. Там написано было, что второй персонаж, он как раз для более агрессивной игры предназначен. Господи, какие тут все сильные. Мы не можем просто взять и проломиться через них. Господи, что это было? Выродок? Так, ну тут явно нас ожидают проблемы серьезные. Еще какая-то... Какие-то бихолдеры летают, кроме прочего. И все очень сильны. Так оно, в общем-то, и есть. Этот персонаж действительно для более агрессивной... Ё-моё. Для более агрессивной борьбы предназначен. А мне ей играть гораздо больше нравится. Но еще я хочу заметить, что... За того персонажа было скучно играть, потому... что у нее все его способности, все перки, которые нам давали пробы, которые нам давали в использование, все они были бесполезные практически. Кроме книжки, которую мы периодически использовали, но так как там было ограничение на ее использование, вы сами понимаете, сильно... Сильно сыт таким не будешь. У этой же я применяю все перки, кроме того, которые на Кью, то есть... Меч. А главное не упасть. Главное не упасть. Пропасть — это наш самый главный враг. Самый злейший, я бы сказал. После великого. Если мы еще успеем прокачаться, хотя бы 1-2 уровня, надо будет, наверное, гарпун прокачать. Я в этот раз его не стал точить так, как в прошлый раз. Мне показалось это не прикольно, а в итоге сейчас я вижу, что есть в этом таки смысл. Он наносил, по-моему, больше урона. Короче, я чуть-чуть по-другому прокачался сейчас. Во-первых, я сразу прокачал вот это. То, что дает нам больше опыта за убийство врагов. Сразу же первым делом начал качать эту ветку. Это дало возможность к нынешнему этапу прийти с довольно высоким уровнем, потому что у нас сейчас 14, а до этого был, я не помню, кажется, 11 или 12, я не помню. Ну, короче, несколько уровней мы тем самым выиграли. Патронтаж на максимум. И был, короче, баг, из-за которого я опять переигрывал некоторую кусок игры, связанный с сигаретами. Из этих цигарок, получается, когда я прокачал максимальный уровень, то даже на втором уровне этих сигарет, получается, что фабрика глючила. Здесь есть такой, блин, момент, что вот хер ты узнаешь, что качать с самого начала, потому что ты можешь так прокачаться, что в итоге спрёшь вообще все оружие и будет абсолютно неприятно, некомфортно играть. Мы еще хоть как-то вытягивали, потому что... Ах ты, зараза, за спину телепортировался. Мы еще хоть как-то вытягивали за того персонажа, но все равно уже ощущалось, что ну такое с тем оружием, которое нам дали. Очень много ненужного там, несколько видов взрывающихся оружий было. Нахер оно все надо?
Вот, когда у нас есть вот это вот, и это мы вот, я прокачал, получается, мы пошли в эту сторону, теперь я пошел в эту сторону, прокачал. И это дало возможность вот эту пушку улучшить, и в итоге у нас, получается, остался плазмемет, вот, и ракетница, при этом добавилась обрыженная. Ну, я не знаю, это большой косяк игры, если честно, непродуманная раскачка. Это очень большой и серьезный прокол, я считаю. Потому что оружие, когда ты его прокачиваешь, оно должно независимо от того, как ты его прокачал, стать лучше. А тут бывает, что оно становится просто банально хуже. Теряет в точности стрельбы, к примеру. Или становится и вовсе нахер ненужным, когда используют одни и те же патроны. До сих пор, кстати, МП-28 и револьвер используют одни и те же, один и тот же калибр патрон. Может быть, оно так и есть, я, честно говоря, не знаю. Может, оно так должно быть, но тогда нужно какое-то другое оружие, что ли, применять. А вот и тот самый баг, про который я говорил. Что когда выкуриваешь сигаретку, все начинает глючить. И это, походу, независимо от прокачки. Нет, когда ты ее не прокачиваешь вообще, то такого бага нет, кстати. А стоит немножко прокачать, и все. Поэтому, так как мы уже прокачали... Тихо. Don't panic. Не паникуем, все правильно. Какие-то новые враги пошли. Доселе нам незнакомые. Так, перегруппируемся немножко. Почему выкурить сигарет? А, потому что только что курили. Но они хотя бы наперед не стреляют. Так, здесь у нас, похоже, не получится идти на пролом. Здесь придется более оборонительный выбрать стратегию, видимо, да? Хорошо, допустим. Ну, здравствуй, ты даже сюда добрался. Как ты умудрился? У тебя же нет ключа, как у нас. За мной пошел, что ли? Something above me is moving. Наверху. Еще понажимать, чтобы еще подвигалось. А, вот. Не, никак не меняется. Хер его знает. Пока что. Что это такое? Энтон Мартин. Интересно. Hang on. Didn't I leave that in the ruins? Да вот именно, что походу нет. Точнее, да, но как-то оно попало сюда. Короче, заключая мысль про способности, я хочу сказать, что это очень большой прокол игры. Это очень большой прокол разработчиков, что они допустили такое, что не хочется, что нужно качать все сразу правильно. И нет, по сути, никакого выбора как такового. Следующий прокол это с перками связанное, что когда ты играешь за пастора, то у него нет нормальных перков, которые хотелось бы использовать. Крест лечит по факту слабо. Книга работает, в принципе, неплохо. Ее можно было бы прокачать. И то ты боишься ее качать, потому что думаешь, что ты, по сути, просрешь ее. Как произошло? Где ты есть, мразь? Он где-то откуда-то стреляет своим шариком. Ах ты выродок. Я просто очень аккуратно сейчас играю, потому что... Со здоровьем у нас прям проблема. Здесь, конечно, дела обстоят поинтереснее за этого персонажа. Короче, я прям почувствовал на какой-то момент, что мы идем неправильной дорожкой. Мне так будет не по приколу. Поэтому я принял решение, что будем переигрывать. Вам советую для полного кайфа тоже играть за этого персонажа. Я вообще не понимаю, как можно здесь сделать персонажа, у которого, по сути, оборонительные навыки. Как можно делать... Как можно делать ему выбор, когда здесь ни о какой обороне даже речи идти не может.
только такую, знаете, поверхностное, по сути, оборона. То есть отойти чуть-чуть назад, пострелять из-за стенки и все. А что? Блин, тогда для этого надо было делать перки соответствующие, я не знаю, выглядывать из-за угла там. Хрен его знает. Так. Будет глючи, да. Мерзость-то какая. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, это связано, в первую очередь, с оптимизацией игры. Умер? Умер. Молодец. Да слезай ты оттуда уже. Он когда подыхает, последний его вздох направляется в нашу сторону сразу. Я научился использовать перк, который станет. Смотри. Оп, 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 и все. Так, это было на что? Это было, кажется, на гарпун, да. Блин, какое запутанное место. Но у нас, в принципе, нет ничего. Ага, понятно. Где-то здесь должен быть вот синий ключ. В первую очередь его надо взять. А чтобы его взять, у нас должно быть открыто в эту сторону, да? То есть это нужно спуститься вниз. Или пока не надо? Нет, ну пока типа еще и мы идем в какую-то сторону вроде бы. Только не вплотную, пожалуйста. Гранату вплотную, это очень больно. Игра, к слову, очень темная, но при этом заставляет использовать фонарик. Это прикольно. Это тоже очень прикольно, но хотелось бы видеть перк, который позволяет одновременно носить фонарик и стрелять с револьвера. Просто очень часто бывает, что стирают эту атмосферу с использованием фонарика. То есть он, по сути, у тебя есть, но его нигде не нужно использовать. Вот. Или бывает, что игра тупо неоправданно черная вся. А, боже, простите, что приходится использовать, но я просто не могу. Есть же этот перк. Его надо юзать. No more shots. А, нету. Но походу, если оно будет работать так, то юзать на этой миссии не получится его. Ну есть это. А! Откуда ты взялся? Так, это очень каверзная миссия, по-моему. Очень неприятные враги против нас, и мы не можем перки использовать при всем при этом. Катастрофа, ты посмотри, что творится. А хотя бы так. У выродка еще при этом разлетаются снаряды, я имею в виду, отскакивают. Господи, ты там помрешь уже, нет? Да ты посмотри! Как же ж бесит ты, нереально. У выродка разлетаются снаряды, отскакивают от стен, еще и взрываются при этом. Траекторию угадать невозможно, патрон нет, есть гранаты, но они пока долетят, они все бегают. Плохо дело. Очень-очень неприятно. Было бы разумно, наверное, вернуться сейчас к нашему бездомному товарищу и сохраниться. А!
Можно, конечно, в них стрелять, пока они стоят. А стоят они когда стреляют. Но не все. Так, мы себя откровенно плохо здесь чувствуем, если честно. Но мы можем убить вот этого. Да, есть. Это довольно опасно, но мы можем... Так, здоровье. Но мы можем так пробовать. Стрелять в него тогда, когда он стреляет в нас. Либо каким-то макаром на опережение, я не знаю. А, тихо. А, нога зачухалась. А он сейчас спиной к нам стоял, или он, типа, подождал? А еще, кстати, есть один дурацкий момент с полетом пули. Они не долетают, бывает, если враг находится далеко, но при этом... Скотина. Но при этом гарпун долетает куда угодно. Ага, они оттуда вылазят. Так, давай вот так. Типа это рискованно, но какой есть выбор. Ага. А ты откуда здесь? А, он упал сверху, я понял. Это он был наверху. Я думал, что там что-то другое. Блин, какая у нас беда со здоровьем, с броней. Я еще не уничтожил портал, прикинь. Можно, конечно, тупо фармить, пробовать опыт на этих порталах, но мне кажется, это очень... Не очень занятие, достаточно скучное. Смотри, там еще. Под ноги себе кинь. Господи, блин, напугал. Твою мать, прямо в лоб. Тихо. Я еще умудряюсь косить сильно. Короче, у них есть голова, но то, что я в нее попадаю... Это такое себе. Не особо помогает. Мы здесь были. Просто эта тварь там опять летает. Здесь есть такое. О-о-о. Хотя бы чуть-чуть. Капец, я не думал, что мы будем прям выживать в какой-то момент в этой игре. Все потому, что эта арка, получается, немножко отличается от всех предыдущих. Она такая более агрессивная, тут надо действовать иначе как-то. Лучше, нужно стать лучше просто, да и все. Ага. Так, погоди, вот тут есть, наверное, секрет, нет? Какого хрена? Они скинули нас вниз. Здесь очень много паскудных существ, которых очень трудно убить. Их много, и они еще эволюционируют, походу, еще более мерзкое. Вот они почему-то эволюционируют нормально. А вот наше оружие, ну как-то так. Только если мы будем знать, как правильно его прокачать. Так, у нас там красная дверь внизу есть.
Можно, в принципе, подняться наверх, еще раз попытаться опять туда запрыгнуть. Там, скорее всего, был секрет, а может быть и нет. Я там внизу подергал такой же рубильничек. Естественно, открылся проход здесь. И мы, скорее всего, должны были пройти как-то так, но я хочу попробовать все-таки нелегальным путем, если так можно. Здесь все-таки так. Ну ладно. Давай тогда прокачаем наши цигарки на максимум. Ага. Раз все равно оно глючит. У нас зато будет не 7 секунд. Ого, мы тут что, были? Да вроде нет. У нас зато будет не 7 секунд, а целых 10 на то, чтобы разобраться с этой мерзостью. Блин, как все глючит. Просто понимаешь, единственный вариант поймать это... Так вот, это надо избавляться, в это может вселиться мимик. Единственный вариант избавляться от таких шустрых врагов, это... А вот тут были, между прочим. Да мы тут, в принципе, были. Единственный вариант от них избавляться, это да. Это замедлит время, чтобы можно было их споймать. То есть я даже не представляете, как легко прошелся тот босс. Который скакал как ненормальный. Так, опять налево. Господи, какие затяжные комнаты. Я не исключаю, что это последний, по сути, рывок перед боссом. Финальным! А, улыбочка! Красавчик! Так, погоди, а здесь что? Угу. Я не знаю, враг это не враг, но лучше бочки все взрывать все. Раз здесь есть такая мерзость, как... Как мимик. Зараза. Посмотри, один удар снял с меня всю броню. Нет! Скотина! Получи! Так, вроде это все. Был еще у меня тут такой баг. Улыбочка! Был еще у меня баг с музыкой. Она у меня просто стала глухой в какой-то момент, и все. И я не мог с ней ничего сделать. Не, в итоге, конечно, баг решился просто банальной загрузкой, но сам факт. Я считаю, здесь лучшим оружием это Томпсона и МП-28. Это самые топовые пушки. Много секретов, кстати, пропущенных в этот раз я нашел. Ну хорошо, ладно, есть еще плазма. Но просто плазма, вы же понимаете, это супер пушка, которую использовать... Хочется только в какой-то самый ответственный момент. Я тебе не мама. Я накажу, мало не покажется. Так, ладно. Я не знаю, что именно сейчас мы этим сделали. Кроме того, что вызвали тонну мимиков. Которых, к слову, не было здесь, чтобы рвануть. Под ноги себе стрельни! Зараза! За спину телепортируется. Надо было сразу в голову стрелять, а я решил его пожалеть. Подумал, хватит ему. Нет. В следующий раз так мы действуем. Так мы не сделаем. Будем стрелять напротив. Либо это второй. Не исключено, что это был второй. Классная, кстати, штука еще есть. Это кукла Вуду у нее. У этого персонажа. Грубо говоря, взрывает все, что вокруг нее находится. Если ее окружат, она взрывает это. Но, естественно, это
Не панацея. Потому что, видите, отнимает здоровье не так, чтобы супер много. Угу. Револьверы до сих пор не трогал, потому что нахер они нужны, если у нас есть другое оружие с тем же типом боеприпасов, которое просто банально мощнее. Поэтому смысла в этом нет. Смотри, реально они просто оседают и все. Так, надо какой-то рычаг найти, наверное, да? Или что-то в таком духе. Или нет. Или да. Да. Ух, наконец-то. Я совсем забыл, что начинается же все с красного ключа. В самом деле. Ага, там уже какая-то сатанина летает. Даже у этих тварей есть голова, в которую можно попасть. Тени наверху. Тихо. Ну, если их здесь парочка, то, в принципе, какая хер разница. Не страшно. Супер, так. Давай, друг. Сохраняй нас. По-любому, вот он самый злостный тип здесь, этот бездомный. Бедолага. Твою! Есть! Есть, 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 есть! Блин, какое место-то жесткое! Нравится? Все, кончилось все, да? Почти. Может быть, у нас есть проблема с припасами? Ну, на максимуме, кстати. Может быть, у нас проблема с припасами только лишь по той причине, что... мы их слишком транжирим. Может быть, стоит... стрелять точнее. Так, поехали рубить! Выбора другого нет просто! Потому что уже все на нуле. А, больно так. А теперь сиди и думай, хорошо ли, что ножи не прокачивались или не очень. Наконец-то. Наверное, все-таки не очень. Потому что ножами можно было бы метаться, но... они бы тогда тоже были бы, наверное, ограниченные, да? Сильно ограниченные. Так, здоровье, броня, это все, в принципе, не страшно. Так, у нас есть бомба. Нет, пока нет. Может быть, ее можно туда принести. Это все не страшно. Это можно и поправить. Улыбочку! Просрал момент. А ну, мы же можем, по сути, его использовать. А то есть мнение, что наша ракета, в принципе, может даже и не сработать. Ну-ка.
Ладно, не хочу. Она сейчас отскочит от стенки. Что-то пойдет не так, не хочу. Лучше найдем гранату, попробуем свои гранаты. Если не сработает, а... то и хер с ним. Давай, 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 давай. Да. Ножом я, конечно, здесь еще толком не сражался. Только разве что в самом начале. А, подожди, не то надо было... Ладно, хрен с ним. Надо было Q использовать, но там просто немножко опаснее. Там ты все равно получаешь урон. Пусть и все замедляется при этом. Ну давай попробуем, хрен с ним. Вот как идти? Вот почему не положили хоть какую-то банальную патронку сюда? Чисто теоретически. А ну давай попробуем, может быть, вот так это сделать. Ну-ка. Банан. Ладно, если убьют, то будет хотя бы не обидно, потому что можно и лучше пройти. Открыв секрет, собрав припасы. Слушай, а он хлестать не так уж и больно, оказывается. Всего-навсего на один хп нас отхлестал, кажется, да? Оп. Нет, не на один. Чуть больнее. Ага. Так, ну это уже проблема. Ладно, это должно было произойти. Улыбочку. Ты знаешь, в принципе. Можно же использовать фотоаппарат, так вот здесь, да? Можно же использовать фотоаппарат и против вот этих бегающих фиолетовых выродков. Так, эта дверь по-любому все равно не открывается. Видимо, там как-то по-другому тот секрет достается, я даже не знаю. Я имею в виду вот этот, он нам сейчас так нужен. Я предположил бы, что надо как-то сверху забираться, но видишь, не работает. Так, хорошо, хорошо, ладно. Ерунда просто в том, что это же нужно их еще споймать. Они бегают, и их надо успеть сфоткать. Это прям реально симулятор журналиста в какой-то момент становится. Так, хорошо. Не, ну сейчас, сейчас получше, потому что у нас есть здоровье, у нас есть оружие, если вдруг что. И мы знаем, что где находится. Что немаловажно. Поэтому делаем вот так. Супер, так, следующий. Честно говоря, я рассчитывал на мутанта, ладно. Он, видимо, чуть-чуть дальше. Фонарь вообще не помогает ни хрена, если честно. Может, батарейки попробовать поменять в нем? А то какого хрена? Он практически нерабочий. Ужасное место, просто ужасное. Затянутое, заставляющее нас... экономить патроны. Что может быть хуже? Экономия патрон — это минус.
Это минус динамика, сходу. Так, остался один, да? Так, хорошо, хорошо. Это плазма была, по-моему, да? Почти. Бомбы. Дробовик, конечно, хорош. Очень хорош. А вот теперь, похоже, начинаются реальные проблемы, да? Дробовик хорош, но только вплотную. И это, к слову, последний ключик, который нам нужен от этой локации. Улыбочку, паскуда! О, оказывается, сверху что-то было. Оп! И бежим отсюда. Я так подумал, что нет смысла с ними вообще на них тут тратить, походу, патроны, раз такие такие дела. Ага. Да только вот, походу, зря я так подумал, да? Давай, 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 родной. Оп. Уходим, уходим, уходим. Ух. Удивительно, что кто-то вообще еще смог выжить даже. Фу, ладно, по крайней мере, мы не сильно просадились там, благодаря тому, что просто решили пробежать. В итоге-то. Я, честно говоря, думал, что нужно будет выходить через ту дверь. Ага. Я имею в виду через... дверь в секрете. Так, ну нам теперь нужно найти желтую дверь. Я, честно говоря, даже не помню, где она. Кажется, здесь. Ага. Тихо, 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 тихо. Так, не используем. Не используем цигарки. И патрончики побольше. Секретки использовать не будем, пока она глючит. Проверим в следующей миссии, будет ли она там глючить. Если нет, тогда и будем использовать. Хочу обратить ваше внимание, что вот как раз сейчас музыка стала почему-то глухой. Вот такой глюк я и словил. Это глюк, чтобы вы понимали. Так быть не должно, по идее. Еще не все. Сразу избавляемся от того, что летает. Еще и темно. Нет, не темно, это потому что у нас безумие. Так, все, мы высадились. Did you guys give up? Фух, ну справились. Ого, мы внутри, получается. Ничего не остается, кроме как сейчас плазмой шмалять направо и налево. Оу, ну хотя бы так, спасибо, боже правый, спасибо. Это могила Джимену? Ладно. Ты только посмотри на это, неужели он там? Загляни в себя. Не указывай мне, я не хочу. Не хочу. Так, погнали дальше. 35 минут на уровень, жесть. Охренеть. Ладно. Я думаю, что имеет смысл... проверять, можем ли мы идти, или мы можем, в принципе, идти вперед. Похоже, можем. Улыбочку. Я просто думал проверять,
атакует пулями. Ладно, главное, что нас зарядили, и теперь уже проблем не будет. Можно идти дальше мордовать выродков. This is it. Источник, где гнездо зла, ты уверена? Охренеть, возможно, так оно и есть. Давайте-ка проверим сигаретку. Отлично, здесь работает! Все, здесь и будем, значит, использовать. Не знаю, почему оно так выборочно работает. А, мимо. Так сильно промахнулся. Неприятно. Подохните все. Праведный путь оказался не для нас. Мы более жестокие. Мы не из тех, кто будет потом сидеть и замаливать грехи и молиться о тех, кто пал жертвой этого ктулхуянского геноцида. Может быть, за кружкой пива в баре мы вспомним, минутку помолчим, но... Молить о спасении душ мы точно не станем. Есть? Там кто-то ползает еще, по-моему, нет? Да, как-то так и будем вот этого дела использовать. Единственное, что знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сохранимся и загрузимся, чтобы музыка работала правильно, а то меня прям кумарит. А теперь должно быть в порядке все. Так, здесь путь перед нами прям прорисовывается. Я думаю, что здесь мы можем упасть. Надо аккуратнее быть. Не стоило на того. Определенно. Получи, падаль. Опять все высадили. Да что ты будешь делать? Ладно, эти медленные, их можно поймать с помощью гарпуна в случае чего. Те, которые быстро, их хрен словишь. А. Слушай, а у нас очков нету, да? Жалко. Иначе, чтобы мы прокачали? Сигаретки мы прокачали. Это все прокачано. Все прокачано. Ну, может быть, разве что вот как раз... этот гарпун и прокачать осталось бы. Да и все. Или ножи. Остальное нас не так, чтобы интересует. Хотя используем мы сейчас все ее способности. Воу. Оп. В отличие от святого отца. Давай. Так, бежим сюда сразу. Ах, зараза. Да твою мать, дважды. Дрянь такая. Фух. Достаточно душно сейчас все пошло. Ты уже и здесь. Так, у нас есть портал сюда, есть еще, видимо, портал туда или что там? Есть что-то в центре.
центре просто дверь, которая не открывается. Я не знаю, давай пойдем в портал ради интереса. Я думаю, что по итогу нам надо и туда сходить, конечно. Воу! Какого хрена началось? Скотина, а мы сами в хоррор попали внезапно. Я так понимаю, надо найти правильную дверь. По крайней мере, за ними есть награды. Уже хорошо. О, великолепно. Это содержит доказательство, интересно. Они повылезали. Повылезали, ты посмотри. Не, зато мы, конечно, можем одним махом теперь всех перебить. Ты так, рука чья-то законсервированная, я не знаю, что это такое, какая-то бородавка, что ли? Господи, мы что с вами, в проект Кошмар попали? Внезапно. Так, ты меня достал, ублюдок, давай вылазь. Все, приехал. Does this count as evidence? Интересно, а выбраться-то отсюда как? Попасть-то мы попали. Выбираться как будем теперь? Ага, вот так, видимо. Это рубильник, который означает выключить кошмар. Я так понимаю. Энн! Отлично! Луис! What's happening to me? Все в порядке, не паникуй. Это действие Ктулху на наш разум. Просто надерем ему жопу. И все. Станет на свои места. Видишь? Либо ты высаживаешь 1000 патрон с автомата. Либо буквально парочку пулик с дробовика. Есть же ж разница. Спрятался он за невидимостью, точнее за прозрачной стеной. Кусок ты Ктулху, блин. Все. За исключением того, что нужно портал грохнуть. Прикольно то, что гарпун как бы пробивает насквозь. Это прям топ. Фух. Так, патроны есть практически на все, кроме дробовика. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дробовик. И решаем проблему по мере их поступления. А вот ты, например, проблема. А, прямо в лоб опять. Я начинаю привыкать к тому, что здесь происходит потихонечку. Смотри, одна статуя есть, если мы прошли одно испытание, сейчас будет второе испытание, и в итоге откроется дверь, видимо, к нему самому, да? Так, я так, честно говоря,
пошел уверенно. Здесь уже нужно проверять выстрелами, иначе можно упасть. Здесь точно. Тихо. Здесь мы упали вниз, там патроны в принципе. Оно нам, конечно, надо. А у нас другого выбора нет. Мы должны спуститься вниз, чтобы в итоге отсюда идти дальше. Сюда. Ага. Можно еще по лампочкам ориентироваться. По идее, прямой путь это от лампочки до лампочки, да? Дверь открыта, между прочим. Можно заходить. Но не раньше, чем мы всех размордуем, конечно же. Вот эта пушка просто самая лучшая, наверное. Жалко только, что она высаживает патроны, как с казино. Но что есть, то есть. Так, ну давай. И что у нас здесь? Это и есть покой великого. Пока так себе. Да, без фонаря не видно вообще ничего. Хорошо, что хоть в воду упали. Какое-никакое, но мягкое приземление. Так, 4 испытания, да? Very convenient. И целая тонна здоровья. Ну хорошо, после каждого испытания можно будет подлечиться. Ну ладно, идем тогда по порядку. Так, хорошо, здесь все еще работает. А на дробовик-то так и не дали. Хорошо, что мы прокачали замедление прям на максимум. Это хорошо. И что оно работает здесь нормально, не глючит. Я тебе как прыгну сейчас. Блюдочный бихолдер. Фу, слушай, все, живем. Такие испытания можно проходить ради такого количества припасов, я тебе скажу. Так, стреляй наугад. А ты бедолага. Их тут аж двое было, они стояли на одном пути. Так, ладно, давай тогда сюда пойдем. Нет, стоп. После каждого испытания подходим к старику. Это сейчас будут все локации нам показаны, я так понимаю, да? По порядку. That was satisfying. Ну давайте. Удивите меня, развлеките, чтобы не было скучно. Улыбочку, падаль. Смотри, этот прям вперед стреляет, когда на него бежишь. Прям умный, что ли? Да в порядке все. Сигаретка.
Вот за нее, и как я и говорил, хочется использовать все эти способности, потому что это просто банально интересно. А за отца не хочется ничего из того, что у него есть, использовать, кроме книги. А, не успел. Высаживаем прям все под ноль, потому что мы можем, нас потом заряжают нормально. Прикинь, что кто-то живой остался после всего этого. Подохни. Аж мозги вылетели. Ух, супер. А? Так, стоп. Этого я не ожидал. Wait a second. Have I been here before? Ну, типа, место знакомое, конечно, но я ожидал, что нас вернут туда. Собратись вместе и прославьте Повелителя Вечности. That was definitely my office. No doubt about that. Ты здесь работаешь? Что происходит? Так, ладно, заходим сюда. I'm fine. Давай. Everything's all right. Интересно, здесь есть какая-то градация этих испытаний? Типа, это легче, это проще? Нет? Думаю, что нет. Потому что здесь вроде бы как враги попроще, но само испытание отнюдь не проще. Сигаретку! Не может! Сейчас! Может, с плазмы хотя бы пострелять? Потому что мы не проживем, если будем сейчас экономить. Ух! Может быть, даже лучше начинать с плазмы сразу? Все равно же заряжает до отвала потом. Нет! А, ну хотя бы не умираешь. А больно становится, умереть можно. Значит, ошибки недопустимы. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не хватает... Креста Святого Отца здесь, блин! Прыгать в потемках — это просто кошмар какой-то. Нет! Да вы издеваетесь, что ли? Надо как-то, наверное, прыгать, упираясь. Все, это фиаско, я не могу. Вы издеваетесь, что ли? Что, кто придумал это испытание, блин? Так, если прыгать, то прыгать наверняка. Я стою? Я стою. Ага. Куда мы крутимся? Я что-то не въезжаю. Крутимся вправо, получается. Ага. Тихо.
Еще один рывок, по идее, да? Боже правый, меня вообще, по-моему, задела там какая-то. 3 хп оставалось, 3! Жесть какая-то. Так, ладно, последнее испытание, давай. Ну, есть фимозные идеи, сказать нечего. То есть, любая игра обладает какими-то плохими решениями. Но эти решения обусловлены тем, чтобы там, может быть, затянуть игру или еще что-то в таком духе. Но когда вы заставляете игрока просто по темкам прыгать, и при этом у него еще есть, у него еще не идеально работает прыжок в этой игре. Но это такое, я считаю. Не так он сфотографировал, ну пойдет тоже. Не идеальный прыжок, я в том плане, что когда она прыгает, она сначала немножко ускоряется, и можно это в полете затормозить. Короче, немножко сложно управляемый. Нет нет нормального микроконтроля прыжка. А здесь что? Я не допрыгну. Нет, получилось. Удивительно. А здесь куда? Может, надо просто пойти? Я вот там вижу кусочек. Давай попробуем. Угу. Нет. Есть другая идея. Давай сигаретку, и тогда все освещается немножко. О! Как интересно, без этого они хотели, чтобы мы это проходили. Я не знаю. Ладно. Главное, что мы додумались до этого. Все, погнали. Я надеюсь, здесь нас ждет великий теперь. Пока еще нет. Так не поддается. Но я думаю, что мы уже очень близки. Мне кажется, что это прям уже оно. Мы прям в сердце самого зла. Солдаты погибли, сотни солдат, и только теперь ты выходишь на бой? Угрожает она, конечно, знатно. Но фишка в том... Опа. Опа. Здесь он уже не пережил. А ведь он единственный, кто пережил все дерьмо вместе с нами. Если даже... Ого. Если даже старик не смог. Да даже если мы и победим Ктулху, это будет только в нашей голове. В этом-то и фишка. Ну давай, ублюдок. Мы этого долго ждали. А там, наверное, нам на полу показывается, что куда стреляет, да? Понятно, тут уворачиваться надо было. Но типа у нас просто такой урон. А, тихо. Что на его взгляд, не смеешься
сходит на поле боя. Умри, ублюдок! Хотя я знаю, я мозгом понимаю, что это невозможно. Что ты просто нас одурачил. В очередной раз. Это и есть повелитель всего? Правитель саркастично смеется, глядя вам в глаза. Он говорит, что эта боль никогда не исчезнет. Его голос по-прежнему силен. Вместе с этим звуком приходят конвульсии. Вы чувствуете, что ваше тело меняется. Вы корчитесь от боли. Из вашего лица растут щупальца, за спиной у вас разворачиваются крылья. И ты уже понимаешь, что происходит? Боль отпускает вас. А вы снова обретаете зрение. Вы чувствуете себя так, словно вы были под действием сильных наркотиков. Вы видите этих людей? Обычные люди. Да, и они смотрят на вас. У вас руки связаны. В приступе ярости вы убили всех горожан и своего двоюродного брата. Ты понимаешь, что происходит? Ты уже понимаешь, что сделал? Эта боль никогда не исчезнет. Охренеть просто! Короче, несмотря на то, что у игры есть определенные косяки, из-за которых портится общее впечатление об игре, все равно она получилась довольно годная. Но самое лучшее — это ее стилистика, и каждая застава, которая здесь была, была просто на уровне. Короче, так и заканчивается Forgiven Father. Я надеюсь, что вам понравилось, и увидимся в других прохождениях. Все, всем пока! Удачи!